Под ваши аплодисменты на этой сцене появляется Александр Иванов. Журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. И журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Стою один среди равнин, относит ветер вдаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон дум о юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит костер рябины красной, но никого не может там согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть. Не обгорят рябиновые кисти, от желтизны не пропадет трава, как дерева роняют тихо листья, так я роняю грустные слова, как дерева роняют тихо листья, так я роняю грустные слова. Аплодисменты, друзья! Александр получает специальный подарок от проекта «Аллея российской славы», книгу о Владимире Высоцком и, конечно же, статуэтку. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья!